Напряженная ситуация на Зимнике стала основной темой совещания, которое провел губернатор региона Игорь Кошин с начальником главного управления МЧС России по Ненецкому округу Вадимом Мазуром и руководителем комитета ГО и ЧС Сергеем Боенко. С начала года с заметенной трассы Нринмар-Усинск спасателями было эвакуировано 56 человек. Однако на непроходимом Зимнике сейчас продолжают находиться автомобили. Это водители, которых оказались покидать свои машины. Люди ждут, когда почистят дорогу. Губернатор поставил задачу до конца недели разработать четкий алгоритм работы Зимника. По предварительным данным, со стороны Нринмара и Харьяги должны появиться передвижные посты. Контроль над пропускным режимом скорее обеспечат силы ГИБДД. Игорь Кошин отметил, Зимник – это особый режим движения, и зачастую водители сами себе вредят, пренебрегая предупреждениям инспекторов ДПС.